но и наличие перспективного высокоточного вооружения. Уникальная машина, которая пока находится на стадии летных испытаний, но мы уверены, что совсем скоро этими самолетами снабдят военно-воздушные силы нашей страны. Сон наш будет после этого еще более крепким и спокойным. Т-50-е, вновь парой, вираж слева от вас. Надо тренироваться. Новейшие достижения в области аэродинамики были применены при создании этого самолета. Он имеет высокую тяговооруженность и позволяет это совершать маневры, доступные самолетам четвертого поколения, только на режимах полного форсажа и на меньших высотах. Кроме того, Т-50 способен обеспечивать длительный сверхзвуковой полет на беспортажных режимах. Внимание, будет роспуск пары. Роспуск. Раз.